Только что закончился матч «Витязь ГТУ» против «Медика». «Медик» вырвал победу на последних минутах. Привет, расскажи, как прошел матч? Проигрывали 3-1. Не сдались. Собрались всей командой. Футбол – коллективная игра. Друг за друга выстояли, вырвали, выиграли. Только все вместе. Вы в основном играете в футбол 11 на 11. Не сложно ли вам переходить на 8 на 8? Все-таки это меньше. Меньше поля, интенсивность больше. Но мы практиковали игры 8 на 8 между играми на большом поле. Так что мы подготовились. «Медик» очень нестабильная команда. Вы можете как войти в призы чемпионата России 8 на 8, так и можете не выйти из группы. Какие планы на этот год? Каждую игру выигрывать. Только победа. Тогда спасибо большое, вам удачи. Спасибо.